Всем привет! 128 серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 3 марта 2021 года. Если вы не хотите, чтобы Яман и Сихир развелись, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман никогда никому не признавался в любви, поэтому ему было очень сложно первому сказать Сихир о своих чувствах. А вот она смело сказала ему, что его любит. Но не успела наша пара порадоваться своему счастью, как вновь начались проблемы. Икбаль догадалась, что ее план рухнул из-за Зии, и теперь она намерена ему причинять вред еще больше, чем это было раньше. Она все-таки передала файлы Яману, и он был шокирован, увидев их. Сначала он не поверил, но позже, все рассмотрев, сомнения все-таки закрались в его сердце. И вновь он перестал доверять Сихир, думая, что она ему изменила с Селимом. Сама же Сихир не может понять, почему Яман так резко изменился и снова стал суровым. Яман совершит огромную ошибку, если поддастся на провокацию сестер. Сихир не будет терпеть его жестокое обращение, и скорее всего она покинет особняк. И пара на время расстанется, пока все факты не будут раскрыты. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик.